И напротив, в Петербург приехали картины известного, правда, современного художника. Сегодня открылась выставка Юрия Горбачева. Он получил широкую популярность за рубежом. Уже много лет Юрий живет в Америке. Его произведения приобретают лувры и частные коллекционеры, которых привлекает эксцентричный стиль автора. Сам Горбачев говорит, что работает в стиле примитивизма, но техника его уникальна. Художник дополняет свои работы драгоценными и цветными металлами – золотом, бронзой и медью. И еще применяет лаки специального состава. Они наносятся поверх краски прямо на холст. Я более 20 лет живу в Нью-Йорке, очень люблю энергию этого города. И я думаю, что бывает во всем мире, выставки во Франции, в Лондоне, в Бразилии, Санкт-Петербург является для меня как полной противоположностью. В смысле духовности, энергии. Вместе с Юрием Горбачевым свои работы сегодня представляют еще два автора. Это молодые художники Иван Кириллов и Мария Подкопаева. Они представители Академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова.